Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас мы выполним задание номер 2 на страницах 48-49 рабочей тетради. Укажите стрелками, к каким группам относятся эти культурные растения. Давайте сначала вспомним, какие растения мы называем культурными. Культурными называются растения, которые сажает и выращивает человек. Они могут расти в саду, в огороде, на клумбе. Так же, как и любые растения, они делятся на 3 группы. Это деревья, кустарники и травянистые растения. Вишня растет на дереве, поэтому мы ставим стрелочку от вишни к дереву. Малина – это кустарник, потому что у него несколько стеблей. И кабачок – это травянистое растение, потому что у него мягкие сочные стебли. Задание по цифре 2. Нам нужно будет определить данное растение к одной из групп. Плодовые культуры, предельные культуры, декоративные культуры, овощные культуры или зерновые культуры. Так, на первом рисунке мы видим баклажан. Баклажан – это овощ, относим к овощным культурам. Дальше у нас идет персик. Персик – это растение, дающее плоды, плод, плодовая культура. Дальше хлопок. Из хлопка изготавливают нити, а затем и ткани. Но прежде чем изготовить из хлопка нити, их нужно спрясть. Поэтому это у нас предельная культура. Дальше очень красивый цветок гладиолус, который относится к декоративным культурам. То есть эти культуры служат для украшения. И овес, у которого есть зерна, относится к зерновым культурам. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.